Всем привет, с вами Катя, и я сегодня вас научу красиво рисовать, но сегодня я буду рисовать орхидею. Хотите научиться рисовать? Тогда погнали! Итак, нам надо перечислить все, что нам нужно, чтобы рисовать. Точилка, чтобы карандаши поточить, если мы будем, конечно, карандашами рисовать, но все-таки контур мы будем рисовать карандашом, она нам может пригодиться. Чем мы будем раскрашивать? Можно раскрашивать красками, фломастерами, мелками, карандашами, ручками, да чем угодно. Но я буду раскрашивать фломастерами. Но хватит времени тянуть. Приступаем. Итак, сначала рисуем верхний лепесточек. Так, рисуем верхний лепесточек. Потом вот второй слева рисуем. И третий справа. Во, теперь у нас такой похожий на орхидею. Теперь нижний лепесток рисуем овальной формы. И также справа рисуем. Желательно, чтобы они были одной длины. И вот так рисуем самый нижний лепесток. Ну, короче, вот так должно получиться. И чтобы вот закрасить какую-то неидеальность, можно просто вот так темным выделить. И можно листики вот эти, лепесточки. Немного идеальнее сделать. Контур мы делаем потемнее, чтобы видно было. Вот что у меня сейчас получается. Дальше мы начинаем раскрашивать орхидею. Орхидея может быть и белый, и розовый, и красный, ну какой угодно. Но главное, чтобы цвета были реалистичными. И у меня орхидея будет розовым. Сейчас надо проверить, пишет ли мне розовый фломастер или нет. Пишет. Ладно, давайте приступаем. Приступаем к раскрашиванию. Сначала нам надо раскрасить контур. Контур вот так раскрашиваем. Вот так в контур сделали. Так. Я, конечно, контур сделала розовым. Лепестки у меня будут сиреневыми. Через сколько освободишься? Раскрашиваем лепестки очень аккуратно, чтобы закраение не выходило.
она как красиво лепит. Пол получилось. И вот тут мы должны хорошенько прорисовать каждый уголочек, чтобы у нас орхидея получилась чудесной. Так, раскрашиваем. И вот так вот контур этих лепестков рисуем. Дальше следующий лепесток раскрашиваем очень красиво в одном направлении. Вот так пока мы будем раскрашивать нижнюю часть, а верхняя у нас будет желтой. Дальше желтый. Поэтому вот эту часть раскрашиваем. Ну, смотри. Смотрите, какая у меня красивая орхидея получилась. Попробуйте сделать такую же. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если это видео наберет 7 лайков, то я сниму еще одно видео. Спасибо за просмотр. Пока!